Смотреть и анализировать свои демки – это лучший способ роста, поверь. И сегодня я расскажу тебе, как правильно это делать и на что обращать внимание. Поехали! Всем здарова, пчелы, с вами как всегда Джинкс, и вы на канале Рашби. Давайте сразу по поводу конкурса на фраги. Я не могу связаться с нашим мувимейкером, поэтому если ты или твой друг или знакомый делает крутые эдиты, то есть возможность пропиариться на нашем канале. Мне в личку в ВК можно сбросить свои работы, и возможно именно ты сделаешь финальный мувик Honey Pick. Ну а я в свою очередь, само собой, везде тебя отмечу и укажу твои контакты. Короче, мы точно кого-то найдем к следующему выпуску, так что конкурс вот-вот, все остальное уже готово. Идем к теме. Сегодня я наконец-то делаю выпуск о том, о чем меня многие просили. Как смотреть свои демки? Вы знаете, что просмотр демок — это довольно популярная рубрика у меня на стримах. И я со стороны действительно вижу многое. Но вы, как я много раз и говорил, сами обязаны тоже смотреть свои демки. Однако многие не понимают, как смотреть, на что смотреть. Некоторые не понимают вообще, зачем смотреть. И сейчас я подробно расскажу обо всем со своей колокольни, даже приведу несколько примеров на своих играх. И начать я предлагаю как раз таки с того, зачем же все-таки смотреть свои демки. Для многих, кто шарит за игру, и так понятно, зачем смотреть свои демки. Только на них ты увидишь, где ты ошибался, где и почему противник обыграл лично тебя или даже всю твою команду, и действительно поймешь, насколько хуже ты муваешься по сравнению с тем, что кажется тебе в игре. Когда мы играем, у нас либо full фокус, либо наоборот отсутствие концентрации. В обоих случаях нам кажется, что мы все делаем четко и правильно, но зачастую это вообще не так. В демках можно увидеть и глобальные моменты обеих команд, и свои конкретные ошибки, и даже то, о чем ты просто никогда не предполагал. Думаю, что на протяжении этого ролика, когда тебе станет ясно, на что нужно обращать внимание, ты поймешь, что это нужно делать, и что это действительно дает хороший рост и буст. А еще огромный буст дает скинтрейд, на котором можно поменять весь свой ширп на нормальные скины или вывести реальными деньгами. Я уже давно им пользуюсь и вывожу деньги на Юмане. Ты можешь так же. Все приходит реально быстро, вариантов вывода хватает, да и техподдержка, если что, поможет. Цены формируются по рынку, используя Steam Analyst, так что за это можешь не переживать. Еще все любят халяву и призы, и тут она тоже есть. Чем больше кейсов или скинов ты меняешь, покупаешь и продаешь, или приводишь рефералов, тем больше становится твой левел. А за каждый левел ты получаешь крутой приз. Тут есть и донат скинами, и реферальная программа, но самое главное, что обмены и продажи происходят практически моментально. В прошлый раз мне на Яндекс залетело все, ну реально за минуту. Короче, хватит копить в инвентаре всякий ширп, заходи на скинтрейд, ссылка в описании. Итак, первый технический момент. Как скачать демку, как ее посмотреть и как ее быстро мотать. Те, кто шарит, мотайте на следующий тайм-код. Значит, ребят, по скачиванию что в ММе, что на фейсте, все довольно легко. На фейсте мы просто заходим в свой профиль, заходим в игры, заходим в любую игру и нажимаем «Смотреть дем». У нас качается архив, если у вас будет формат ГЗ и у вас вдруг нет WinRAR, то вам нужно его поставить. В общем, качаем архив. После этого распаковываем файл из архива в папку CSGO. Все, теперь демка у нас на месте. Путь к папке CSGO вы можете видеть сверху. В матчмейкинге все еще проще. Заходим во вкладку «Смотреть игры и турниры», выбираем ваши матчи, и здесь будут ваши матчи, соответственно. Нажимаем кнопку «Загрузить» и смотрим демку отсюда же. Она запускается прямо вот отсюда. Только она хранится вроде как неделю, поэтому надо успеть ее скачать. Я ММ не играю, поэтому единственная игра в миссии у меня удалилась. Что дальше? Нажимаем Shift F2. Это наша основная панель управления демками. Свою демку, которую вы закинули в папку CSGO, можно открыть либо отсюда, нажав на кнопку Load и найдя ее в этой папке, соответственно, либо через команду Play Demo. Пишите Play Demo, у вас снизу появляются сразу автоматические демки, которые у вас висят в папке CSGO, вы запоминаете первые цифры, собственно, и выбираете и запускаете демку. Перед просмотром демки желательно написать команду Demo Index 1, тогда у вас будет все мотаться назад немножечко быстрее. Но сделайте это не как я сделал сейчас, а именно перед запуском демки. Дальше, что самое важное, этим бегунком мы можем замедлить скорость, чтобы просмотреть какой-то момент. Чтобы вам перескакивать на другого человека или там изменять обзор, вам нужно сначала закрыть Shift F2. То есть вам немножечко придется привыкнуть постоянно открывать его закрывать, но это не сложно. Кнопками Round мы прыгаем между раундами, кнопками Death, соответственно, между смертями. На самом деле я пользуюсь только прыжками между раундами, прыжками между смертями и сменой скорости. В целом все, ребят, вообще ничего на самом деле сложного нет. Немножечко поиграйте в Shift F2 и все будет нормально. А теперь переходим к главному. На что смотреть, на что обращать внимание и как провести правильный анализ самого себя. Во-первых, демка с фейсета или ММа — это не повка, поэтому вы можете и вы должны смотреть не только за собой, но и в нужный момент переключаться на соперников или тиммейтов. Вы должны смотреть на радар, экономику, гранаты, тайминги и все остальное. Вы можете осматривать любой момент с абсолютно разных сторон, мотать демку назад и даже замедлить ее. Короче, делать все, что пригодится вам в понимании этого момента.
Я напоминаю, у меня открыта пара стримов с анализом демок, которые могут вам помочь, и в конце будет пара практических примеров. Ну а сейчас давайте двигаться к теории анализа. Я разобью анализ на микро и макро. Микро — это лично ваша игра, в основном в каких-то конкретных моментах, а макро — это уже глобальные перемещения, тайминги и так далее. Микро. Самый главный показатель ошибок — это ваши смерти. По сути, в том, как вы умерли, и раскрывается вся череда фейлов, которая к этой смерти привела. Ну, или конкретная ошибка в момент перестрелки с соперником. Так что первое, с чего вы можете начать свой анализ, это ваша смерть. Если вас интересует конкретный момент, то начинайте с него и смотрите именно его. А в целом анализ смертей можно поделить на два этапа. Первый этап – смотрим за собой от своего лица. Учитывая, что сейчас вы не играете, сразу будет видно почти каждую причину смерти, которую нужно себе выделить. Их может быть несколько сразу, например, плохая стрельба, плохая позиционка прицела или модели, неправильный тайминг или неправильно принятое решение. Да все что угодно. Лично я каждую смерть в своей демке не изучаю, например, Маша, которую многие из вас знают, взяла себе специальный блокнот и выписывает туда причину каждой своей смерти в демке. Потом смотрит, какой причины было больше всего и понимает, что ей нужно исправить и над чем в первую очередь нужно работать. Неплохая идея может пригодиться и тебе. Можно сделать таблицу типа «не перестрелял», «плохая позиция», «лишняя агрессия», «размен», «недочекал» и так далее и раскидывать фраги по ним. В общем, в первую очередь нужно искать проблему в себе, а не в соперниках или тиммейт. Второй этап. Смотрим свои смерти от лица противника. Тут обращаем внимание на свое движение с его глаз и на позицию, которую вы заняли. Опять же, со стороны врага будет хорошо видно, если, например, за КТ в плохом тайминге, ты стоял на очевидном префайре или открылся слишком широко. Довольно часто и у меня бывает. Мне кажется, что повесили какую-то дичь. Потом я захожу в демку и смотрю, что просто я пикнул не лучшим образом, и с глаз соперника это все выглядит довольно просто. В итоге, когда какую-то глупую или наоборот жесткую смерть ты посмотришь со всех сторон, то поймешь, как поступить в следующий раз, какую позицию не стоит занимать, в каком тайминге не стоит пикать и так далее. Так как большинство из моих зрителей находится на отметке ниже 10 левела, сверхъестественные вещи вам пока что и не нужны. Мувмент, стрельба, позиции и тайминги — вот эти вещи нужно подмечать, а также смотреть досконально за соперником, как и почему он вас переиграл. Если я смотрю свою демку, то в основном я смотрю ее целиком. Для вас я отдельно выделил смерти, чтобы, во-первых, было понятно, в чем самые главные раскрываются ошибки, во-вторых, чтобы вы немножко выстроили себе алгоритм. Но ведь до непосредственных смертей и происходит все остальное, не так ли? И за этим со временем тоже нужно досконально смотреть. Сначала начинаем анализировать смерти, искореняем основные ошибки, учимся замечать мелочи. После уже можно переходить на просмотр полноценных раундов. И здесь нам также нужно постараться заметить все. Свои респы и как мы их использовали. Свою экономику, может быть, вы где-то не так зафорсили. Закуп, первую позицию или выпад. А также слушать звуки и понимать, отреагировал ли ты как-нибудь на них в момент игры. Бывает такое, что тебя в ТС кто-то заглушил, или ты просто не услышал почему-то звук. Потом запускаешь демку и думаешь, как же я этого не слышал. В итоге, отталкиваясь от этого, можно сделать тише свой Discord или ТС, а в КС звук немножечко поднять, чтобы это не повторялось. Для того, чтобы еще лучше понять свои ошибки в личной игре, таймингах и позициях, нужно также смотреть либо демки про игроков, либо хотя бы демки или стримы просто сильных ребят. Демки любых команд можно найти на hltv.org, и если ты посмотришь хотя бы одну-две игры игрока на своей позиции и потом откроешь свою демку, то поверь, все дерьмо вылезет наружу еще быстрее. Окей, теперь макро-игра. Так, стоп, если ты досмотрел до этого момента, и ты не подписан на канал, то давай не поленимся, нажмем подписку и ударим в колокольчик, спасибо. Так вот, макро. Макро — это глобальные решения, общая экономика, перемещение обеих команд, тайминги выходов или стяжек и все остальное. То есть если микро — это анализ личной игры более детально и углубленно в физические действия, то макроанализ — это то, что подтянет наше общее понимание об игре, но соответственно и подтянет личную. Здесь нам нужно смотреть уже слегка отстранившись от себя самого, и в первую очередь самая важная вещь — это радар. Изучаем, каким образом давится карта вами или соперниками, какие расстановки сработали в этой игре против или за тебя, и в этом случае нужно изучать радар как шахматную доску. Опять же, откладывать это все себе в багаж, чтобы в игре, глянув на радар, ты словно читер представлял возможные позиции и исходы. Также мы следим, в каких ситуациях соперники поджимают, когда они перетягиваются, как разыгрываются ретейки или клатчи. У очень многих вообще нет понимания, где сейчас может быть соперник, мог ли он уже быть тут или нет, на каких таймингах происходят стяжки и поджимы, и все это прекрасно видно в обычном фейсте на вашем уровне на нужной вам карте. Если, например, замедлит демку и, глядя на таймер, последит на радаре за всеми перемещениями. В общем, со стороны, со спокойствием и расстановкой можно легко понять все эти вещи буквально из пары своих демок. По экономике тоже очень важно следить, потому что мало того, что постоянно левые форсы происходят, даже у моих тиммейтов десяток, так еще и половина людей не понимает, когда у соперников бай, когда он будет, и есть ли у них вообще деньги на следующий раунд.
И опять же, это все можно подчеркнуть из своих собственных демок, тем более, что гейм-стиль на твоем уровне сильно не будет отличаться у всех ребят, которые тебе попадаются. И в целом, всегда нужно обращать внимание на взаимодействие всех игроков на карте, их гранаты, действия, перетяжки и самое главное, на каких таймингах это все происходит. Например, на любой твоей демке можно увидеть, на каком конкретно тайминге на какой-то карте в определенную позицию на ноге вылетают типы. То есть ты просто запускаешь, открываешь лонг, смотришь тайминг и смотришь, когда челы туда выходят. И у тебя это отложится, и ты в игре уже не будешь пикать туда как дурак, и будешь использовать все свои гранаты. Также можно посмотреть, когда происходят раскиды, перетяжки и вообще сколько времени, например, нужно команде, чтобы добежать с одной точки до другой. Какие демки смотреть и еще парочка напутствий. Демки выбирать стоит само собой первое, где у тебя самого есть какие-то вопросы, а-ля как я это проиграл, что произошло в том или ином моменте и так далее. Второе — это лузы или вины, близкие по счету, где ты немного не дожал или где выиграл, но очень потно. Из этого всего черпается немало полезного. Касаемо просмотра демок. Если ты сел смотреть демки, то смотреть их нужно с чувством, расстановкой и вникая во все, а не просто проматывать на скорости 2x. Опять же повторюсь, какой-то спорный или неясный или жесткий момент, посмотрите его со всех сторон, проанализируйте, кто где был, кто вам не помог, как помогли друг другу соперники, как ты пикнул и так далее. Все это смотрите обязательно, обязательно смотрите в дуэлях, как вы пикаете от глаза соперника. Также нужно стараться запомнить нестандартные решения тиммейтов или врагов в клатчах и пересмотреть их, чтобы взять на заметку. А теперь давай пара примеров из моих последних игр, чтобы у тебя было представление, как примерно это делаю я, ну и вообще, чтобы ты немножечко одуплился во всей этой горе информации. Хотя, если ты смотришь мои стримы с демками, то хотя бы примерное представление у тебя уже должно быть. Поехали. Значит, ребят, первый пример. Сразу вам объясню, что я не смотрю демки так, как должны смотреть их вы, потому что, ну, каких-то прям банальных ошибок у меня не будет. В данном случае я хочу разобраться в моменте в конкретном. Я эту игру закончил с 30 фрагами, и мы проиграли 16-14. Я хочу сказать не о том, что кто-то из тиммейтов виноват, как раз таки наоборот. Я здесь набил 30 фрагов, я потел. Все остальные тоже старались. И был момент на счете 14-15. Прежде чем его посмотреть, надо посмотреть предыдущий раунд. Значит, здесь я выжидаю паузу, пока мои тиммейты запушат туалет, и чел байтится на них, я убиваю лонг. После мы остаемся 3 в 3, и, соответственно, забираем очень потный клатч. Это просто, чтобы было понятно, что настроение было затащить, было очень потно, и проигрывать ни в коем случае не хотелось. Вот, идем на следующий раунд. Здесь я помню более-менее подноготную. Я помню, что мы постоянно выбивали воду, и они ее вообще перестали занимать. Мы решили сыграть под Б, потому что это тоже более-менее получалось. У меня была палка. И вот здесь я прибавлю звук, потому что я хотел понять. Смотрите, я помню, что здесь я говорю: ребята, выходим в воду, у меня два человека в коннекторе, вот вы их видите. Я раза 3 или 4 повторил: выходим в воду. Мне Илья говорит: блин, а вдруг кто-то будет на воде или что-то в этом духе. Я говорю: да успокойся, воды никого не будет. Слышите этот звук? В ТС-е была мошна. Во-первых, мне показалось, что этот молик лег на шорт. Во-вторых, вы слышите чела, который кидал этот молик, он куда-то убежал назад. И тут двоякая тема, смотрите. То есть, я думал, что единственное, где может быть чел, это в нычке на воде. Но при этом при всем, есть два аспекта. Первый, меня забайтили моликом и шагами, меня лично. Но при этом, если бы тиммейты открыли кон, когда я сказал, то они бы максимум в один размен сыграли с челом на шорте. Как вы понимаете, после этого момента мы игру проиграли, ребята не дотащили клатч. То есть я пытался понять вообще, почему я сам лично вышел в шорт с авиком вот так нагло, и вот в этом моменте, видите, все сложилось, не в мою пользу, соответственно. Соответственно, какой я делаю вывод из этого момента? Не то, что мои тиммейты меня не послушали и вовремя не вышли кон, а то, что я должен был все-таки подождать, пока они первые его откроют, потому что мне с авиком в соло открываться все-таки было нагло. Но меня забайтили моликом, забайтили шагами, из-за того, что был шум-гам в ТС, я точно не понял, что это не шорт, и, соответственно, я умер, и получается, что я со своими 30 фрагами сам залил игру, понимаете, о чем я? То есть один момент какой-то, одна ошибка может стоить игры всей команде, даже если вы ее всю игру тащили, то это уже не важно. И вот такие моменты надо уметь распознавать, их надо смотреть и надо думать, почему так произошло. И опять же, все равно в первую очередь винить самого себя. Потому что, опять же, да, пацаны не выходили кон, они ссали этой воды. Но в итоге получается, что, возможно, они и правильно ссали, хотя им стало выйти все-таки на самом деле, и легко убить этот шорт, потому что самой воды все-таки не было, как я и думал. Но вот я поторопился, был излишне самоуверен, хотя, опять же, на счете 14-15 надо было все-таки, наверное, сыграть гораздо аккуратнее. И давайте еще один пример со стрима с демками, сильно грузить вас я уже не буду. Просто, опять же, чтобы вы понимали, что следить нужно реально за всем. Смотри, стой, вот подожди. Один чел в апсах.
яма, ну и один чел в джангле, правильно? Нет, он вообще ушел из джангла. Почему ты опять открыто так к миду пикаешь? Я не понимаю просто, ну, я смотрю вот на радар периодически, да, на который ты должен тоже смотреть и видеть своих тиммейтов на нем. Если у тебя вдруг радар не открыт, радар скейл нужно увеличить, точнее уменьшить, чтобы ты видел больше карту. Но смотри, вот чел ушел с окна у тебя, и ты спокойно может быть на топ-пинду, чел, спокойно может зайти на парапет, чел. И ты вот уже можешь в дулю словить, уже со стула можешь умереть, уже можешь с топ-мида, вот только сейчас ты его чекаешь. Понятно, что ты хотел накинуть флешки и хлопануть тиммейтом, но делай это с джамп-троу, не так открываясь под мид тогда. Или что-то еще. Торопишься, торопишься, братик. Ну что, ребят, подписывайтесь на все соцсети, чтобы не пропустить конкурс, рукава и так далее. Если ты мувимейкер, напиши мне обязательно. Подписывайтесь на Twitch, чтобы не пропускать веселые и интересные стримы. Надеюсь, этот ролик был для тебя полезен, как всегда. Если так, то поставь лайк, напиши комментарий, не поленись. И как всегда, огромное спасибо за просмотр и огромное спасибо моим спонсорам.